Короче, в чем суть? Мы Адвента поймали. Сейчас, короче, нужно будет допрос у него провести. Будем пытаться его на свою сторону, короче, понимать. В каком государстве? В какой организации? Да, изначально. Я? Изначально непонятно? Да. Угу. Чем ты там промышлял? Чем занимался? В ГАИ. Где ты работал? Вот то, что ты озвучил. А в милиции я... Не надо задавать тупых вопросов на вопрос. Я тебе задам конкретный вопрос с возможностью получить конкретный ответ. Не надо переспрашивать. Тут нет глупых. И тупых здесь тоже нет, понимаешь? Были бы здесь тупые люди, ты бы здесь сейчас не стоял, понимаешь? Четко понимаешь? Я могу отвечать на ваш вопрос? Ну не вопросом, а ответом, понимаешь? Хорошо, ответ могу отвечать? Слушай тебя внимательно. Служил я в милиции сотрудником госавтоинспекции ГАИ. Останавливал людей, которые ездят на машину, проверял документы, осматривал машину на наличие запрещенных веществ. Потом что ты, уводили. Слушай, подожди, ты что, ты во мне долбоеба, что ли? Собственно. Или что? Ты разок въебать, что ли? А? Что ты хуйню мне в уши вгоняешь? Что ты меня будильник кидаешь? Толстый, отойди, я сейчас въебу. А? Что за будем вести? Документы проверял ты там какие-то. Ты что, дурак что ли? Блять, не тому. Вот так, правильно. Видишь, даже нахуй за тебя с такими ебаными не прилетело. Приходится вот из-за такого шестопреба как ты, сука, стоять. Давай даже его своих иногда получать. Стой. Сука, давай что, его нет. Ты что? Что ты гнишь такой путь? Хорошо, можешь мы сразу напрямую говорить, какая у нас информация? Ты-то уверен, что ты на нее ответишь? Мне кажется, тебе надо подготовить, ты морально не готов. Вопросы будут? Ну что значит прямые вопросы? Мы что, блядь, в поле чудес, что ли, ёпта? Нет, я имею в виду то, что... Ты понимаешь, что ты сейчас в говне? Есть какая-то информация, которая нас может заинтересовать? Ты не понимаешь, что ли, этого? Чутился-то в красном кресте. Ты для чего туда пожаловал-то, а? Белый крест. Белый крест, хорошо. Ты чё меня поправляешь, скотина ебаная? Извините, чё, блядь, а нахуй, ты чё, блядь, пёс? Да, говорится, ебать, ты хуя ли меня поправляешь? Ты считаешь, ты в том положении, чтобы меня поправлять, что ли, а? Улёк, ебаный, нахуй. Я понимаю, почему вы клоните. Да чего ты понимаешь? Хочу сразу сказать вам. Ну. Если я бы служил в этом чёртовом ВРФ, который мне миллион раз уже говорили люди, понимаете? То я бы уже давно с ним, так сказать, всю информацию на Белый Крест отправил, да что и не причем. А вот знаешь, у меня теперь возник вопрос. Стой. По поводу их профпригодности? Да нет, стой. Да, по поводу их профпригодности вопросы уже давно есть, понимаешь? Вот теперь смотри, вот у меня есть такая замечательная информация, что ты с какими-то людьми встречался в чистом поле. Что за люди были? В чистом поле? Не в чистом поле, блядь, встречался. Когда тебе твой товарищ спрашивал, где ты, блядь, когда он знал, где ты, он говорил, подъезжай ко мне, а ты говоришь, я занят. Все верно. С кем ты там был? Я был с людьми. Кто за люди? Да ну нахуй! А мы думали, сыпало не сука, ты тупой, блядь. Дайте ему нахуй, в кабину не вернулся. Тупой нахуй, сука, или чё, блядь, или издеваешься, блядь. С людьми он, сука, был, блядь. Чё, ёпта, нахуй, соберись там с башкой своей дырявой, нахуй. Какими людьми, блядь, отвечай? Понимаешь, гнида, блядь. Давай, слышишь, давай я тебе попроще. Меня попросили встретиться. Стой, заткнись. Теперь слушай меня. У тебя варианта два. На самом деле. Либо ты нам говоришь, либо мы, сука, тебя отступим. Я с тобой встречался. Ты чё, ты ебанутый, что ли? Я не знаю, что это. Я тебе, сука, смотри, хочу, сука, меня попросили встретиться. Кому ты нахуй затираешь, блядь? Поехал, сука, на стрелку, блядь, хуй пойми с кем, блядь? Ты чё, нахуй, отбитый? Я не договорю по поводу чего. Меня попросили привезти туда оружие и передать им. Кто попросил? Хуй пойми кому передать оружие, блядь. Так и запишем, долбоёб. Слушай, мне кажется, он пиздит, блядь, как дышит. Может, это его, на тот свет сразу, блядь. Не надо. Соберись, нахуй. Понимаешь, терпение закончается, сука, а время идет. В смысле, как ты получил? От кого ты получил, блядь, такой невъебенный, нахуй, квест, ебать?
на которую ты, блядь, откликнулся, блядь, без сомнений пошел его выполнять. Я работаю доставщиком оружия. Я включаю письмо и говорю, как бы. Мне вот сообщение пришло, ребят, сейчас сообщение. Сейчас ты человечек. Сейчас ты подъедешь, только не кончай его, понял? Готов нет информации выкладывать. Брался с мыслями. Можешь сильнее послушать меня полностью. Только конкретнее выражайся, вот это около, вокруг да около вообще не смотрю, понял? Говорю напрямую, меня попросил передать оружие Громов. Людям, я не знаю, что это честно за люди. Вот, я правда, я служил в этом чертовом МБРФ, зачем я вообще пошел, не знаю. И служил, да. Но после, как меня нашли в силу, меня уволили оттуда. Я пошел на СТО Белые Кресты, просто работал. Сука, пиздежом, блядь, пахнет. Слышь, работник МБРФ, блядь, рассказывай нахуй, кого знаешь оттуда? Всех сотрудников, которые знаешь, блядь, их должности, кого? Быстро выдавай. Когда я еще там служил, я знаю, но я думаю, вы уже всех а знаете, что? Если вот товарищ... Сука, фамилии, блядь, мне называй быстро. Называй фамилии своих товарищей. Думай, он, блядь, не думал, хуёво ты думаешь, сука, мозга у тебя нет, чтобы думать, блядь. Румянцев был там. Кому ты, блядь, пиздишь? Румянцев, сука, червей кормит, блядь, ты мне живых был. Рассказывай. Я говорю и больше никого не знаю, блин, не знаем друг друга в лицо. И здесь! Через начальника. Очень чувствую пиздобольство, очень чувствую пиздобольство. Да нет. Ты, сука, работаешь, блядь, в структуре государственной, кого ты там не знаешь? Вы в одно здание ходите, кому ты лепишь? 4-5 человек там, и все, я честно больше никого не знаю. Мина, блядь. Что, готовы? Раз, два, три. Это все ваши? Да. То есть так много? Не все. А это еще седьмой у них там где-то в городе сейчас. Короче, нас новая проблема позвала. Это големы МВД. Их нужно наказать. Они? Короче, я плачу, бля, за одного мента, блядь. 20 штук. Че, пойдем на пост ГАИ? Живыми привозите. Тут пару фоточек сделаем для себя интересненько. Снимаем с тех формы и выдавшись. Понятно. Че, у тебя как там? Можно подъезжать уже? Сейчас подъезжать, Че, все, давайте, работаем, короче, поехали. Руки в гору! Сыра, подняли грабли, бля, быстро, надо хуя! Руки, блядь! Руки! Да хуя вас, думаю, долбоёб, не стреляй! Руки поднял, блядь! Ты поднял, муж! Руки поднял, сука! Куда пошел, блядь? Куда, сука, пошел, блядь, стоять? Вяжите одного. Руки поднял. Ты тупой, блядь, или чё? Я уже всё туда вот, один гражданский начал стрелять. Гражданский стрелять начал. А чё, блядь, не понимаешь? Ты чё, хуёшься? Ты чё сказал? Ты чё, долбоёб, слышишь, блядь? Эй, клоун, я, сказки. Офицер. Я тебе нахуй сейчас попущу тут, блядь, дурачок. Тебя не смущает, что тебе башку сейчас пострелят? Черт, кто это? Стоит, кто, да? Это? Черт, Шишило, раздевайся. Снимай сейчас тебя. Вот хеблан. Машина еще. От машинки отойди в центр. К остальным. Куда побежала? Стоять. К остальным к машине подойди. Едут медики, едут. Туда иди, к остальным. Там мы же хотели полечить человека. Туда иди, я сказал. А теперь мусора подымай. Эй, толстяк живой? Да, брат, живой. Ну что с ним? Не могу. Братик, еду, секундочку, подождите. Не слышно, громче говори. С ментом? Умер, он говорит. Умер полностью. Сейчас мента подъем второго. Мент, говорят, что умер. Уже исправили медик, он может уже появиться. А, сейчас, да. Медика не удастся? Это колдовская пушка, елочка. Видите, что он сразу поднимал? Сразу говорит, как он встанет. А нельзя встать? Не, я его сразу пизднул как. Давай. Ну, я примерно понял, но это получилось неосознанно. Руки поднял, блядь. Все, успел. Я ее выбросил, но патроны тебе отдам. Что ты уебище, блядь? Патроны тебе отдам. Ты чебурек. Что, заснял? Фигашка.
Да. Возьмешь пушку в руки, откроем огонь. Снимай все с себя. Сначала оружие. Бросай все с себя. Че, ебанутый, блин? Нахуй с тачки. По-хорошему. Да, и могу по-плохому. Очень просто. Какое нахуй место назначения, блядь? Ты меня сейчас выведешь, нахуй. Блядь, вылез нахуй. Считаю до трех. Раз. Пиздец, блядь, мою угнали, на свои на место привернули, только может пустой бак залезть. Походу, какая-то не докатается. Ну, на СТО она ездила, а чё она так делает? На СТО можно продавать машины. Но, видимо, без этих нельзя, без местных. Что, все нормально? Да, все нормально. Уже на остановке посидеть. Чего? Говорю, уже на остановке посидеть нельзя, блин. Не, ну мало ли просто, этот автобус проехал. Ну так он же не на этот, не на гонке. Ну да. Вы просто как-то стояли, потом упали, мало ли. Там. Да нет, я сразу сел. Понял. Хорошо тогда. Хорошо, а чё? Какой час у бомжу идти в остановке? Чего-чего? Говорю, вы чего бомжу идти в остановке? Я автобус жду на гонке. Куда? На гонке автобус. Короче, если вкратце этих пидоров не поймали, блядь, и они просто кинули тачку на СТОК и скипались. А сейчас по команде вы стартуете с аэродрома Учебный. Далее вы бежите до Олеговича, деревня, которая находится на юге, от угольной шахты. Mm-hmm. Там по деревне разбросаны 8 НИП, 21-21. Они находятся вообще в рандомных местах, то есть не в одной точке, а по всей деревне раскиданы. В принципе, они там в достаточно очевидных местах находитесь, вы находите их. Забираете одну и едете до Айсберга, город Майор. После этого слева от него на пляже будет стоять также 8 лодок. Они уже все будут в одном месте, ничего искать не надо. Если что, я там буду стоять и направлю на случай чего. Хорошо. И садитесь в них и плывете до пляжа. Право от Людска. Это на правом острове, единственный аэропорт, где находится на правом острове. Там город Людск. И справа него находится пляж. Mm-hmm. Плывете до него, и дальше уже там бросаете лодки и бежите до аэропорта Лапы. Все, готовы? Выстрел только вверх. Делай нас. Не, я на своих. Так, всем внимание. По выстрелу начинаем. Вань. Без фальстарта. Не теряй. Ваня там... Бежим. Вань, слышишь, а что как короче будет? Бегайся. Бежит как богиня дискотеки. Свой пистолет не пошел. Свой ствол, блядь, хуйня. Свой пистолет. Вань, влево, Ваня. Нет, справа бежит. Вот зачем его? Надо машину сразу искать. Ну, давай так, хватаешь машину, ты уже добежал практически и едешь за мной. Ага. Давай, едь, дальше стою. Тормози. На нее не заезжай, вдоль едь. Ну, либо между.
Сука, как? О, врезались долбоебы, обгоняй. Хорош. Сосать. Давай налево. Блять, не так же сильно, я сказал наискось. Ебанько с пистолетом один. Потому что для другой стороны нужно бежать. Прямо беги, прямо. Ну просто так, так себе преимущество, блять, выйдет. Потому что так тупо проебать было. Все. А кто у нас получается? Тихов, Бачевский, вы вместе или отдельно? Не, мы с Бачевским вдвоем. Да, если, конечно, у нас Форна был первый, Бачевский место... второй, Тихов. Эти, да, правильно? В кепке первый, что, мы с Бачевским вторые. И вот ты же третий забежал, да? Да, да. А, все. Так. Аж. А как? Кольца на вилку, смотри. Бля, где такой купить? Это золото. Знаешь, походу, это, знаешь, фирменное. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Я слышу, говорил. Вот наш жених Алексей Скалоский. Добрый день. Маша Аламар, добрый день, добрый день. Я вас где-то видел. Уважаемый, как зовут? Галочка Бурлакова. Ну, скоро она будет Скаловской. Просто сказка. Ну что, сколько детей уже планируете? Да, я думаю, это сколько двое. Сколько уже не планируете? Двое. Двое детей? Чего так мало? Ну, это пока на первое время, там мы... Четверо? ЗАГС, там все уже. Ты не согласен, Соколовский? Я согласен. Это ваше общее решение? Если поможете, люди подумают, что мы и правда собрались. Кто сказал, что это не правда? Все? О. Это не шутка. Это все готово уже, мы уже подготовились. Да. Специально можно до завтра подождать и такое устройство. Да, нормально. Завтра устроим. Такое шоу устроим с видеокамерой. Завтра устроим, конечно, да. Но сейчас не придется. Так вот, бумажка, вот тут распишите. Но недолго. Вот тут распишитесь. Соколовский, хватай руку, женщин. Давай бумагу. Да, ручку вот. Какой уволь. Вот как. Подписал. Галочка теперь подпишет, что ли? Нет, нет, я не могу подписать эту бумажку. Так, стой. Хватай ее. Ну это этот, обычный женский мандраж, прям на последний день. Ты жесть. Какой перемен? Мы уже нервничаем. Вот все свои правила. Так, в общем, объявляю вас мужем и женой. Вот, мы подпишем. Да. Смотрите, задним числом будет подпись. Целую.